Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультра, Стазур Лейн, и сегодняшней темой видео является обзор патча от 23 сентября для англоязычных серверов. До 8 октября можно будет получить скин бесплатный на Мичишио за мини-ивент. Смотрится прикольно, замечательно и по сути не сильно отличается от платных скинов, которые продают в магазине, если не считать того, что персонаж сам по себе не очень известный. Навсегда добавлены мини-ивенты Dressy Black Cat и Woozy Patty. В одном можно будет достать скин на Ямашира, во втором на Ояшио. Тоже совершенно бесплатно. Огромное количество новых скинов, которые будут доступны в продаже до 14 числа. Ну и скорее вторая часть того пака скинов, которые нам показывали на стриме японской годовщины. На Чешир, Сан-Хуан, Петер Штрассер, Винченцо Джиоберти, Вакелен, Фортуна, Экзитьер, Аквилла, Эмиль Бертен. Лично мне понравился на Аквиллу, очень сильно прикольно смотрится. Вот я теперь думаю, что брать либо на Аквиллу, либо на Шимаказа. Шимаказа мне не нравится, но она ультраредкий персонаж, а Аквилла сам по себе смотрится просто офигительно. До 14 октября можно будет купить Пати Дресс Лаки Бак 2020 и 2021 года. Как обычно, отваливайте 30 баксов, вам отсыпают ресурсы, гемы и рандомно одно платье из вот этого вот пака с платьями вам выпадет. Ну, что называется, на свой страх и риск. Новый контент в жестограмме. В аренду можно будет взять скины до 14 числа на Чешир, Сан-Хуан или Экзитьер. У скинов будет озвучка у всего, что вышло. Спасибо большое. Как часто бывает во время подобных активностей, еда в дорме будет заменена. Обычно на Валкаре теперь будет османту с кейком. И немного пофиксили некоторые проблемки, которые были с отображением информации в PvP. Как видите, никаких свадебок нету. Это уже проблема. Никакой юдачи с ретрофитом нету. Ничего нету. Забавно, конечно, так получается, но нас, кажется, прокатили. Да, информация, которую сейчас вам рассказал, несколько скомканная выходит, потому что это все, что есть, ребят. Да, в этот раз будем ждать, смотреть, надеяться, верить и удачи пока не будем использовать. Зато хотя бы есть время в теории ее покачать. Сегодня будет 8 часов вечера стрим по Azur Lane, а в 9 часов мы пойдем в Time Defenders, потому что давно я туда не заходил. Надо, что называется, тряхнуть стариной. В принципе, все, что могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Колокольчик — это офигеть как важно, пожалуйста. И в Дискорд. Всего хорошего, удачи, пока-пока.